сторонний независимый нокаут приняла решение ВИП. Оппонентов. Спортсмен в силу. Все умеет, все могет. Вся коллекция. Ему 26 лет, рост 188 сантиметров, профессиональный рекорд. 3 победы, 4 поражения. Официальный вес 84,5 килограмма. Он представляет город Ростов-на-Дону. В силу Артем Кузьмин. И его соперник в красном углу. Ему 28 лет, рост 185 сантиметров, официальный вес 84,2 килограмма. Профессиональный рекорд. 10 побед, всего 3 поражения. Он представляет город Грозный в красном углу. Ильяс Якубов! Да, ну, насколько я помню, Артема Кузьмина, он достаточно быстро начинает и вообще готов и даже навязывает такие быстрые решения поединков. Вот, ну, не факт, что именно по его рисунку пройдет поединок, но мы видим, что Ивнов старается забрать центр и активно работает практически в каждый момент. Да, как боксер больше сейчас действует Кузьмин? Трудно сказать. Ну, как боксер в плане, то, что руками, да. Тут я с вами соглашусь. Ну и начинает рубиться с ним Ильяс, он принимает этот вызов. Боксеры все-таки больше работают корпусом, а Артем, обратите внимание, он именно действия, он работает на контратаке. Бэкфист, это неплохой. Классно бой начался. То есть он просто на любое действие бьет сам. Мне это напоминает бой Кейна Веласкеса с Фабрицио Вердумом, где Вердум просто на любое действие встречал ударами. Ну, сейчас просто настоящая рубка идет, и Ильяс Якубов попытался пройти в ноги. Ошибку, очевидно, сделал Кузьмин, не забрав шею, уйдя вниз. Ну, без хорошего захвата там делать нечего. Было очевидно, что на руках уступает Якубов, и после непродолжительной перестрелки пошла. Да, там рассечение было у Якубова. Да, вот над бровью рассечение, смотрите. Это не очень хорошо, потому что к таким врачи сечкам относятся очень внимательно. Это на затылке где-то сколько угодно можешь рассекать, никто ничего не остановит. Да, это может дальше открываться, плюс заглевает кровь. Даже можно просто отбить. Ну вот Артем навязывал свою картинку, честно говоря, делает очень успешно, хорошо у него много что получалось, однако вот этот перевод вполне может стать переломным, и Ильяс просто его никуда не отпустит больше. Раз ты так, значит... Ну да, это смешанные боевые единоборства, здесь каждый старается навязать то, что у него лучше получается. Ну и, собственно, таким образом, действительно, зачем что-то придумывать, если ты можешь перевести и там аккуратненько, не торопясь, просто поразбивать своего оппонента. Так, получится ли встать? Ну, кстати, почему-то даже не пробует особенно. Видимо, не было достаточного люфта. Сейчас локти. Так. Включает неприятные Ильяс Якубов. Да, много крови, видимо, серьезная сечка. Ну, вот эти попытки сделать треугольник руками снизу, конечно, в основном для обозначения. Но я, наверное, вообще не вспомню, кто так снизу треугольник руками вот делал. Смотрите, вот эти неприятные такие, покасательные. Да, вроде бы короткие, да. Но они и секут лицо, и в принципе... И боковой контроль сейчас заходит Ильяс Якубов. Вставляет нервничать, да. Так, да, поднялся. Удалось ему это сделать. Теперь надо ему, конечно, разворачиваться, если он хочет продолжить в своей манере. Есть ощущение, что немножко не хватает техники, что ли, Артему Кузьмину. Именно в плане работы в клинче, работы в борцовском аспекте. И попытка удушающего приема. Захват есть, вытягивается. Да, есть. Однако рано судить.
пытается, ну, тяжело. Нет, здесь... нет, видимо, чего-то не хватило. И а вот теперь, если... И догнать есть. А вот здесь очень непросто. Все, стучит от нашей спины, да. Илья Сипов одерживает очередную свою победу. Был период, когда, казалось бы, ну, посещают такие мысли, что Илья Сипову, наверное, стоит заняться чем-нибудь другим, оставить бои. И вот он доказывает обратное в очередной раз. И, наверное, характер этого парня. Не получилось стойки, это было очевидно, перевел и там. Воспользовался пробелами у Артема Кузьмина. Слушайте, ну, кстати, очень яркий поединок и... Да, там приятно было полторы, свидетелем. Полторы точно были, ну, реально очень такая жесткая. Каждый успел себя показать. Да. Вот что интересно. Каждый успел показать, что он молодец. И никто не может не сказать, что это бой там не конкурентный или еще что-то. Здорово, молодцы. Уважаемые поклонники, смешанный бой финал. Наверное, Артем сейчас просил о реванше. 4 секунды.